Как открыть бизнес с нуля, компенсировать затраты и получить бесплатную консультацию от акул бизнеса? Ответы на самые острые вопросы дадут признанные эксперты форума «Мой бизнес», который уже несколько месяцев шагает по стране. Подмосковье станет 15-м регионом, где пройдет такая встреча. Область в лидерах по количеству малых и средних предпринимателей. Около 350 тысяч коммерсантов региона стабильно пополняют налоговую казну. Только за прошлый год малый бизнес в Московской области заплатил консолидированный бюджет 205 миллиардов налогов. Много или мало? Это почти 25-30% всех поступлений. И я честно могу сказать, я за это нашему малому бизнесу в Московской области очень благодарна. Форум «Мой бизнес» проводит университет «Синергия» при поддержке Минэкономразвития. Задача организаторов не только приумножать число предпринимателей, но и по возможности сохранить убыточные предприятия, дать им возможность роста. В качестве консультантов на встречу пригласят опытных бизнесменов. Хедлайнером станет бизнес-тренер, общественный деятель и телеведущая Ирина Хакамада. Также на форуме выступят гуру маркетинга Игорь Ман, генеральный директор лейба Black Star Павел Курьянов, основатель сети барбершопов Top Gun Алексей Локонцев и многие другие. Это будет полезно предпринимателям, с ними поделиться опытом открытия бизнеса, сохранения бизнеса, идеями стартапа, продвижения, выхода на внешние рынки. Мотивационно смогут помочь, как найти силы, если вдруг что-то не получилось с первого раза. И, безусловно, проведение форума в таком регионе – это полезно и для нас, поскольку количество предприятий и активных предпринимателей для нас важны для обратной связи, чтобы понять, какие меры государственной поддержки необходимо внедрять в будущем. Одна из ключевых тем форума – посвящена центру «Мой бизнес». Это аналог МФЦ. Только здесь услуги получают предприниматели. Очень большая, на наш взгляд, мера поддержки – это информирование и консультации. Очень часто предпринимателю непонятно, куда ему обратиться, как ему зарегистрироваться, как получить кредит. И как раз вот офисы «Мой бизнес» мы считаем эффективным инструментом. На сегодняшний день 92% обращений – это консультации. Бесплатный форум «Мой бизнес» пройдет 18 ноября в Доме правительства Московской области. Время проведения – с 11 до 19 часов в режиме нон-стоп. Организаторы соберут 1200 участников. Зарегистрироваться можно на сайте «Мой бизнес РФ». Для этого на странице нужно выбрать Московскую область, форум «Мой бизнес» и нажать на вкладку «Участвовать бесплатно».